Вопрос 1905, седьмой том. По каким признакам можно узнать, что в видении явился не кто-то, а сам враг душегубец? Отвечает Игнатий Лапкин. Нужен навык, и лучше вообще никому не верить, и не жаждать никаких контактеров. Говори себе, что ты недостоин. Самые известные святые случалось, обольщались и принимали сатану за ангела, и даже за Христа. 2 Коринфянам 11:14. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Мартин Милостивый, 12 октября. Тогда сатана попытался обмануть и прельстить святого принятием вида ангела светлого. Ибо, как говорит апостол, иногда и сам сатана принимает вид ангела света. 2 Коринфянам 11:14. И вот в один день он пристал Мартину во время молитвы, пришествуемый, окруженный пурпуровым светом, облаченный в царскую одежду, украшенный короной из жемчуга и золота, в сандалиях, покрытых золотом, с веселым и радостным лицом. При виде сего необыкновенного дивного явления Мартин пришел сначала в сильное смущение, и оба они долго хранили молчание. Наконец дьявол сказал: «Узнаешь ли, Мартин, кого ты не видишь? Я Христос». Прежде, нежели снова явиться для своего второго пришествия, я хотел открыться тебе. Святой помедленно дал никакого ответа. «Почему же сомневаешься веровать в видение?» – сказал лукавый. «Я Христос». Тогда Мартин по внушению Духа Святого познал, что это дьявол, и сказал: «Господь мой Иисус Христос не обещал, что он явится в пурпуре, в блистательной короне. Я не хочу верить, что вижу возвращение Христа, пока он не придет в том же самом виде, в каком он пострадал, и прежде всего не покажет, видимо, трех ран, которые он перетерпел на кресте». Тогда дьявол исчез, как дым, и наполнил келью таким страшным смрадом, что не оставалось никакого сомнения, что то был дьявол. Сергий Муромский, 7 октября. Однажды преподобный Павел вышел из кельи своей, желая походить по пустыне. Когда он возвратился назад, то увидел, что келья его разметана сверху до основания. Видя сей великий отец наш Павел, как человек устрашился. Скорбный, испуганный, пришел он к преподобному Сергию и рассказал ему о случившемся. Преподобный же Сергий счел с ее за бесовские мечтания и сказал: «Иди, брат Павел, ты найдешь свою келью неразрушенную». И напомнил ему пророческие слова: «Бог нам прибежище силы». Псалом 45:2. И действительно, великий Павел, возвративший к себе, нашел свою келью целую и невредимую, как сказал преподобный Сергий. Однажды пришел преподобный Сергий к святому Павлу ради духовной беседы и нашел его стоящим возле кельи и кормящим птиц из рук своих. Множество птичек сидело на голове и плечах преподобного. Перед ним же стояли огромные звери, медведь, лисица и заяц. И так даже бессловесные были привлекаемы любовью к пустынным жителям. Стих. Как поверить в истинность того, что нельзя проверить и пощупать? Может, то насмешка и плевок, волка, лиходея или щуки. Мало ли что вы выдумать могли, поднести в изысканной обложке капелькой высохшие мозги, день и ночь протравливая ложи. Сколько знаем было, так всегда, там, где хитрые желали воцариться, поданным не хлеб, а лебеда, правда не обрящешь ни крупицу. Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун божеством казались в ту эпоху. Ветер перемен тот чад задул, не в аду ль кровопийцы блохи. Им при жизни верили манкурты, славу возносили ежечасно, не спаслись под людоедской шкуры, сколько миллионов в этой пасти. Наш Господь, Сын Божий и Иисус, дал рецепт, как отличить подделку. Поцелуй или змеи укус, пятна прокаженного по телу. Волю Божию кто хочет исполнять, от души, от сердца постоянно, те увидят, что за полынья в тех учениях западня и яма. Сравнивая с Библией, познаешь, не от Бога это или то, по стремнинам лезли за козлами, их учение магма кипяток. Исполняя Божие повеление, притворяя ежедневно в жизнь, ощутишь души твои парение, а остальное преисподней вниз. Игнатий Тихонович Лапкин, 2003 год.